Всем-всем привет! В Алмате многим девушкам я не успела объяснить, как делать макияж глаз, как наносить хайлайтер, румяна, бронзер. Есть такая возможность снять для вас видео, поэтому вы можете посмотреть, что куда нужно наносить, в каких количествах. Вся косметика, которую я сюда взяла, той косметикой я и пользовалась, поэтому ее не так много, но я буду показывать, что я использую. Такой макияж легко может получиться даже с первого раза. Главное, если вы ни на кого не злитесь в это время, если у вас нормальное настроение, и если вы никуда не торопитесь. Oh,
is there.